Корабль! Всем привет! Это канал PlayGame, меня зовут Сергей, и мы с вами продолжаем проходить игру Assassin's Creed Изгой. Делец, рабовладелец, тамплиер. Мы сбились со следа год назад. Мне удалось узнать, что он на Барбадосе, но я не мог проверить. Так вот, мы нашли с вами необходимый нам корабль, но теперь нам нужно незаметно за ним проследить. Связан с кражей артефактов, да? Надо, значит, ближе к нему держаться. Есть! Корабль! Давайте. Ну что же, затаимся! Лоуренс Вашингтон, богатый делец. Рабовладелец. Силы кораблик у нас. Мы сбились со следа год назад. Мне удалось узнать, что он на Барбадосе. Но я не мог проверить. Так. Так, по-твоему, выходит, что он связан с кражей артефактов, да? Не исключено. Гаити недалеко от Барбадоса. И возвращение Вашингтона в колонии явно связано с артефактами. Контроль тамплиеров в колониях не допустим. Все паруса, чтобы подойти как к нему бы поближе. Лоуренс, но также Вашингтон нужно оставаться нам незамеченным. Я позабочусь об этом. Нужно обойти его вот здесь. Нас сносит к берегу! Спусти... Капитан, блокада! Нам не пройти. Шей, догоняй корабль по суше. Понятно. А ты проведи Морриган в обход. Понял. Найди сверток и Вашингтона. Все паруса отдай! Так, причаливаем к берегу. Тоже мне блокада. И помни, что я сказал. Вашингтон должен умереть. Так, аккуратно спускаемся на берег, и незаметно нам нужно будет пробраться на данный корабль. Давайте попробуем обойти по суше. Мы проходили уроки лазания по деревьям. Пригождается нам это все в дальнейшем. Так, 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 ты почему не хочешь на меня лезть? Ну, давай залазим на скалу. А вот и наш корабль, перепрыгиваем на ветку, опять на скалы. Так, бежим дальше. Вот наш корабль. Так, впереди нас ждет враждебная территория. Так, враги. Так, давайте будем здесь очень осторожны. Есть! Так, снизу мы можем наблюдать двух против. Так, давайте прыгнем, наверное, в сток сена. Так, подходи сюда. Один готов. Давайте дождемся второго и таким же способом его попробуем ликвидировать. Так, а он стоп, не слышит у нас свист. Угу, да, отлично, бесшумно ликвидирует. Так, давайте его обыщем. Наверное, отнесем тело подальше вот сюда, вот в кусты.
чтобы никто его не заметил. Да, давайте вот здесь это убросим. Отлично. Там ходит у нас два противника парой. Я думаю, нужно будет попробовать их. Ага, а двойное убийство мы не можем совершать. Видите, да? Так, что ж, а может их не убивать? Давайте залезем на крышу вот этого вот дома. Так, здесь вот у нас снизу тоже есть противники. Достаточно такое хорошее, большое количество. Так, а вот наше двойное убийство. Так, а почему не получилось? А почему у нас не получилось этого сделать? Один готов. Так, так, так. Второй готов. И попробуем убить вот эту вот парочку. Готово. Не очень все близко. Так, а вот так куда полетела? Давайте попробуем подманить его свистом. Ну давай, иди. Вот он услышал. Молодец. Подходит к нам ближе. Готов. Пойдемте дальше. Так, аккуратненько залазим на крышу. Да, соперников здесь очень большое количество. Давайте сходим вот на точку обзора, и там, наверное, будет еще стрелок, которого нам необходимо будет убить. Угу, точно. Сейчас нужно спрятаться и переждать. Готов. Так, нет, 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 не упади. Оградим тело. Так. Далеко у нас точка обзора. Нет, туда мы не пойдем с вами. Давайте выполнять основное задание. Stronger army, but I think the Royal Navy can turn the tide.
Navy could attack all of France. Отличное двойное убийство. Быстро. Так, не успели мы спрятаться. Придется так вот его зарезать. И все. Обыскиваем тела. Мы забираем все необходимые нам вещи. Не давайте двигаться на корабль. Так. Тут нас тоже поджидает большое количество противников. Давайте мигнем вот эти кусты. Так, а двоих вижу на карте. Там третий. Нужно как-то их подманить сюда. Свист не услышат. Так. Давайте. Здесь вот мы спрячемся в кусты. Так, а вот стрелок, а вот его нам как раз таки нужно убить. Это нам необходимо просто, потому что иначе сверху он нас заметит. Подкрадываемся сзади и вырезаем его. Опять обыскиваем тело. Так, где-то тут сундук должен быть. Готов. Давайте его отграбим и отнесем немного. Сюда вот так нас там заметили. Немножко переждем. Так, так, так. Черт, нас увидели. И двойное убийство, отлично. Nothing works better than drawing blood from a stick. Oh, goodness, no! I've been robbed! Ну что ж ты меня не слышишь? There's a cut pass! Look out! In heaven's name! You end up... Готов. Давайте тело скинем в воду. И сами упали за ним. Так, а теперь, наверное, давайте попробуем нырнуть в воду и
книги под водой. Незаметно проплывем. Кораблю и залезем на него. На борт корабля. Вернем. Так, все, аккуратно поднимаемся. Надо нам так высоко. Это есть. Так, так, не надо так подниматься. Ползаем в бок. Так, а вот посылка, да? Опа, вниз, вниз. Стоп! Стоп now! You won't shake us so simply. Where do you think you're going? Ползем сюда. Залазим наверх, так. Что ж такое? Готов. Готов. Отлично, теперь осталось украсть посылку. Так, и что это? Оружие? Ружье. Эй, ты! Стой! На месте. Невероятно. Оно беззвучное. Благодарю, мастер Вашингтон. Духовое ружье. Эффективное бесшумное оружие стреляет дротиками со снотворным или ядом берсеркера. Также гранатами и петардами. Вы можете купить дротики и гранаты в лавках или изготовить их самостоятельно. Как-то это странно. Не такого я ожидал. Так, выстрелить во врагов дротиком или гранаты. Найду Вашингтона и расспрошу с ядом. Ну, давайте попробуем так. Спать дальше. Так, нам необходимо выбраться на сушу. Так, давайте все-таки где-то сундук. А вот сундук. Строим его, ограбим. Деньги лишними не бывают. Так. Отличный прием, не так ли? Да. Мастер Вашингтон превзошел себя. У него нездоровый вид. И кашляет все хуже. Один готов. Сейчас мы доберемся на точку обзора, в которую не пошли в прошлый раз. Так, вот она, наша точка обзора. Так, давайте сначала посмотрим ее, а потом уже будем дальше двигаться. Враги наши, ага. Синхронизируем. Т.
Так, давайте, давайте, прыжок веры. Так, враги, где наши враги? Вот. Ах, не попал. Черт. Готов. Сначала надо найти Вашингтона. Артефактами займусь потом. Не знаю, что это за прием. Опа, тут смотрелся. Да что ж такое? Неудачно как-то все пошло у нас. Синхронизируем опять по новой. Так, 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 что же так? Это не все наши враги, да? Сначала надо найти Вашингтона. Артефактами займусь потом. Не знаю. Охрана строже не. Капитан добавил людей. Кто знает? Мне сказали только, что хозяин. Да что ж такое? Аккуратно сейчас попробуем пройти. Опять синхронизируем. Так. Вера. Так, давайте, вот его нужно ликвидировать. Как и половина гостей. Давай, иди сюда, родной. Готов. Идет, давай. Иди тоже сюда. Еще готов. Так, а тот ни хрена не услышит, да, у нас? Так, что же делать-то теперь? Что же делать? Давайте выйдем. Сначала надо найти Вашингтона. Артефактами займусь потом. Так. Готов. Так, что случилось? Он заметил, что там кто-то спит. Давайте попробуем берсеркером отравить. Thank you.
воспользуемся моментом и ограбим. Так, почему он у нас не грабится? Вот. Все, пожалуйста. Так. Так, нам дадут еще возможность еще одного отравить ядом. И что это было? У нас не получилось? Что случилось? Не понял. Что сейчас-то случилось? Вообще не понял я ничего. Давайте по новой. Сейчас дождемся, когда вот один подойдет. Его вырежем. Иди сюда, родной, давай. Отлично. Так, сейчас должен еще, да, вот идет еще один. Так, давай, иди сюда, тебя мы тоже сейчас вырежем. Давай, иди сюда. Так. Готов, так что теперь. Так, вот еще один прогуливается. Свист он не слышит, и в эту сторону он не идет. Нам нужно так делать его. Сначала надо найти Вашингтон. Артефактами займусь Свить. Потом. Охрана. Так, он по идее должен умереть. Ага, так и произошло. Так, заходим во двор. А вот необходимый нам. Брат, может тебе все же стоит прилечь? Все нормально, Джордж. Побудь радушным хозяином. Спустись в винный погреб, принеси что-нибудь для гостей. Ладно. Господа. Хм.
Мой брат, светлая душа в царстве теней. Моя последняя просьба перед смертью – оставьте Джорджа в покое. Он не имеет никакого отношения к делам Ордена. Мы выполним ваше желание, сэр. Благодарю, господа. Мастер Смит, вы готовы отправиться в путь? Да, сэр. Я вернусь с ответами. Мастер Уордроп, вы раскроете тайну манускрипта. Да, сэр. Скоро мы все поймем. Что ж, тогда за дело. Так, что ж дальше нам теперь скажут делать? Вашингтон едва держится на ногах. Лайм, надеюсь, ты прав. Ведь я убью смертельно больного. Так, еще одного нам. Нужно выстрелить еще одного. Пусть это будет он. Отлично. Так, а нам, наверное... тоже уже ладно выстрелим. Быстро-быстро лезем на крышу, запрыгиваем. Отлично. Так, где наш Вашингтон? Вон он, да? Ну, давайте через кусты пробежим. Тебя мы свистанем и вырежем. Иди сюда, родной. Убить! Быстро! Отлично, успел. Так, что такое, чувак? Ты что там бурчишь? Так, быстро. Thank you.
ты почему пытался, что я не понял? Это что за глюк? Прикольные лаги. Так. Как же мне к тебе подобраться-то, Вашингтон? Да, ну тут, я думаю, просто нужно где-то засесть в кусты. И просто ждать его. Идет у нас. Так, за ним идет охрана. Ну что ж ты не в ту сторону-то, хряк, пошел. Ты опоздал, ассасин. Разрушить планы тамплиеров никогда не поздно. Мастер Вашингтон. Но мои планы воплощаются в жизнь. Ты пришел сюда. А значит, у моих союзников есть время скрыться. Спасибо за столь быструю смерть. А тебе спасибо, что раскрыл свои замыслы, коварный змей. Дымовая бомба. Используйте, так, чтобы выбрать дымовую бомбу, затем нажмите, чтобы для этого менять дымовую бомбу. Несколько секунд останавливают противников, позволяя вам скрыться или легко с ними расправиться. Вот черт! Надо бежать, Лайон. Надеюсь, ты привел корабль. Так, все, убегаем. Нет, 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 побежал, побежал. Так, это что, мортира? Это не смешно. Так, прыгай, побежали, все, на корабль, убегаем. Stay back, you know what's good for you.
Так, быстро. Ох, что-то сколько же вас здесь. Давай, вставай, ты чё лежишь-то? Бежим, бежим, быстро. Осторожно, Шей. В этих водах. Давай, залазь, ну ты чё? Чувак, ты чё? Мы разобьёмся. Ты почему не залазишь? Он почему не залазил у меня? Ты что такое вообще было-то? Почему ты не лез наверх? Вот черт! Надо бежать. Ладно. Надеюсь, ты привел корабль. Все, быстро бежим. Давай, давай, бегом. Все, красавец. Это не смешно! Встал! Да встань же ты! Стой с дороги! Уйди с дороги! Стой с дороги! Что с кораблем? Нас попали, да сэр! Быстро, куда ж ты полез? Давай! Что, стартанули? Да что ж, это вообще, это очень все серьезно. Все паруса! Блин! Мимо! Только скажите, Кэп! Все, уходим. Черт, они нам вслед еще долбят нас. Лоуренс Вашингтон мертв. Ты разочарован. Он был настолько болен. Ну все, мы покидаем область. Враждебную. Еще там были два там грабим. Работали с манускриптом и шкатулкой. Грабим, отлично. Не знаю. Возможно. Я не уверен. Ты сделал для братства то, что должен. Мы найдем их потом. Выше нос. Так, ну всю область мы покинули. Тамплиерам столько лет. Ну да. Так, у нас находится все равно два корабля. Похоже, не слишком большая потеря для них. Или они хотят, чтобы ты так думал? Отлично, задание выполнено. На 90%. Ну что ж, не так уж и плохо. Воспоминание разделено. Ну что ж, друзья, а на этом мы закончим прохождение данной серии. Дальнейшее прохождение будет в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Пока.